Жилой комплекс Прокшина находится в одноименном населенном пункте на территории Новой Москвы. Комплекс состоит из 16-18-этажных домов. Застройщик компания А-101 благоустроит собственную набережную, создаст экотропы, озеленит придомовую территорию большим количеством растений и их сочетаний. Создаются ландшафты, которые близки по структуре и составу к природным. Применяются натуральные материалы гравий, спилы бревен, настилы древесины. Интересным решением проекта станет променад в формате «городская гостиная», созданный для отдыха, прогулок и пикников. Во дворах появятся поляны для активных игр, места для йоги и медитации, зоны для воркаута и спорта. Между домами устроят места для отдыха, игровые и спортплощадки, воркаут-зоны. Набережную реки Сосенки застройщик благоустроит, предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, арт-объекты. В проект входят подземные парковки под каждым домом. Машины-места предложены стандартного размера и парные семейного типа. Спуститься в гараж можно будет на лифте. На первом этаже можно приобрести коммерческую площадь. Предполагается, что там будут открыты детские развивающие центры, магазины, кафе и фитнес-центр с бассейном. В состав проекта входит несколько школ на 3000 мест и детских садов на 1000 воспитанников. Дома разделены на группы. Для каждой разработаны оригинальные фасадные решения. Разнообразная и динамичная архитектура привлекает сочетанием цветов и материалов. В отделке используется штукатурка, вентилируемые фасады, разная по текстуре и размерам облицовочная фасадная плитка. Для удобства жильцов продумано наличие кладовых помещений, лобби, колясочной с естественным освещением. Поблизости работают магазины и супермаркеты, детские развивающие центры, творческие и спортивные студии, медицинские клиники и салоны красоты, фитнес-центр с бассейном, кафе, пекарни, рестораны. Рядом находится комплекс Прокшина Адреналин, в котором есть высокий горнолыжный склон и аквапарк. Высокую транспортную доступность обеспечивает находящаяся в 8 минутах ходьбы станция метро Прокшина, в 5 минутах езды на машине Калужское и Киевское шоссе. Расстояние до МКАД составляет почти 8 километров.